Всем большой привет, с вами снова Александр, и сегодня я вам буду рассказывать о стульчике для кормления. Вообще давно я вам про стульчики не рассказывал, и сегодня у меня есть хороший повод рассказать вам о стульчике от компании Joy. Модель называется Mimzi 3 в 1, то бишь это универсальный стульчик и для кормления, и как кроватка в принципе можно использовать. Просто как стульчик. Вот. Почему именно о нем я сегодня буду рассказывать? Потому что я его выбрал для своего второго ребенка как основной стульчик. И мне этот стульчик понравился. Сегодня я буду вам рассказывать как человек, который его выбрал для своего ребенка. Поэтому, если хвалю, ничего страшного, это мое личное мнение. У вас оно может быть другое. Вот. Компания Joy мне нравится, у них хорошие автокресла, хорошие коляски. В принципе, все делают они хорошо. И этот стульчик, как оказалось, не исключение. Сейчас я его поставил специально в таком уже в сложном виде. Там есть, кстати, сзади колесики, можно его перекатывать в случае необходимости. И вот так его можно поставить где-то в кладовке, на балконе, да где угодно, чтобы он вам особо не мешал. Соответственно, у нас здесь крепится сам столик. Вот он. Кстати, здесь есть сменный, более маленького размера, сменная накладочка. Вот так это просто у нас выглядит. И здесь у нас с отсеками. Мне кажется, вот с отсеками очень удобно, потому что можно как-то распределить все необходимое. Так, соответственно, давайте мы его с вами развернем, расправим его ножки. Все, вот так он у нас уже в рабочем виде. Чем этот стульчик мне понравился? Тем, что этот стульчик можно у нас поворачивать в эту сторону. Можно, в принципе, вообще развернуть. Вот мама готовит где-нибудь не у стола, просто чтобы ребенок смотрел на нее, поворачиваем в нужную сторону. Ну, просто реально круто. Ребенку уже интересно смотреть, что происходит. Вот, соответственно, вот угол наклона давайте сразу вам положу, чтобы можно было ребеночка положить, если он вдруг уснет. Здесь нету 180 градусов, но этого достаточно для чуть-чуть подросшего ребенка. Здесь у нас классный мягкий матрасик, который легко, кстати, снимается. И он даст нам ребеночку очень неплохой уровень комфорта. Вот, соответственно, по высоте мы можем регулировать его. И максимальная высота реально достаточно большая, потому что столы все-таки, скажем так, есть хоть и стандарты, но иногда хочется ребеночка или опустить, или поднять повыше. Также мне еще из фишек, что понравилось, здесь вот такая вот система, подножка. Она у нас очень легко регулируется по высоте. По-моему, очень интересная задумочка. И, естественно, можем вот так вот отрегулировать. Вот, смотрите. Ребенок отдыхает, все окей. Соответственно, давайте чуть-чуть поближе рассмотрим, что у нас здесь. Вот он, наш матрасик с мягкой такой боковинкой, мягкий пятиточный ремень. И что мне очень сильно понравилось, здесь очень-очень крутой основной матрас. Он мне понравился тем, что он сделан из такого прорезиненного материала. Хоть вы на него пролейте, хоть что хотите с ним делайте, его сняли, под кранчиком помыли, высушили и одели обратно. Он одевается как чехольчик, вот вы видите. Вот видите, как удобно поворачивать. Вот он как чехол сверху одевается, и все, никаких проблем. Соответственно, давайте покажем, как у нас сюда ставится столик. Здесь он на таких салазках, задвигаем его. Вот, что у нас получается в итоге. Он у нас вот так вот регулируется. Можно его отодвинуть, можно полностью высунуть. Как по мне, отлично. И причем, когда мы можем посадить ребенка, здесь почти 90 градусов. Поэтому посадка здесь прям такая капитанская, как нужно за столом ребенку. Ну и опять же, можем в любой момент повернуть. Соответственно, что еще мне понравилось? У него очень широкое и большое основание. Большие широкие ножки, прорезинены. Они не будут портить вам никак пол, это я вам точно говорю. И из-за того, что они прорезинены, он не скользит, не лозит. Он, ну, его сдвинуть тяжело. Кроме как вот взять на колесики и, соответственно, покатить. Вот, а так он стоит прям как вкопанный.
Вот. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть снизу. Тут у нас для хранения всякой мелочевки есть багажник. По первому ребенку могу вам смело заявить, что здесь багажник нужен. Тут всегда что-нибудь, да, валяется. Вот. И игрушечки, вам же легче что-то здесь нужное, необходимое на текущий момент хранить. Поэтому вещь полезная очень. Так, вот, что еще могу добавить по тактильным ощущениям от стульчика. Вначале сказал, что Joy мне нравится. И этот стульчик, естественно, не исключение. Если вот смотреть на сборку, я так как себе выбираю для своего карапуза, я отношусь к этому серьезно. Я его как можно поюзал, посмотрел, позадвигал, выдвигал. Сборка реально отличная. Придраться мне абсолютно не к чему. И устойчиво. Самое главное, он устойчиво стоит. Ребенок у нас пристегнут. Вот он там куда-то потянулся, уже там сам весь свисает. Стульчик, ну никак ребенок сам его не перевернет. На бок он не кренится, ничего. Поэтому это вот, что касается безопасности, очень-очень важный момент. Устойчиво, суперски стоит. Так что, в принципе, здесь особо много про стульчик не расскажешь. Но мне лично он зашел. Я думаю, карапузу моему тоже зайдет. И вам очень рекомендую рассмотреть такой стульчик Mimzi Spin 3 в одном для своего ребенка. И плюс цена у него абсолютно адекватная. Ссылку на нее я в описании добавлю. В первой коляске зайдите, посмотрите, закажете, вам на следующий день или день его привезут. Так что всем грамотного выбора стульчика для вашего ребенка. И спасибо первой коляске за предоставленный стульчик. А вам всего доброго. До свидания.